территориальное управление Истры, теперь это так называется, функционирует с 13 марта 2017 года. Оно создано в связи с тем, что сейчас у нас создан городской округ Истра. Территориальное управление Истры будет заниматься, ну, сейчас будет заниматься и занимается теми вопросами, которые ранее курировала и которыми раньше занималась администрация городского поселения Истра. В общем, в целом вот так. То есть сейчас работают те же люди, которые в администрации, они в администрации на сегодняшний день так и остались числиться. А вот, ну, как бы вот функции теперь взялось на себя городской округ и, соответственно, территориальное управление, которое является его структурной единицей. А, ну, пока к нам жители обращаются, как и обращались. В основном вот я курировала блок вопросов ЖКИ, то есть по тем же вопросам обращаются. Пока приема жителей такого официального еще не было, но наши двери в любом случае, как и были, открыты. То есть у нас какого-то такого прям строгого пропускного режима нет. То есть любой гражданин города Истры может к нам обратиться по любому вопросу. Механизм для жителей, как вот мы функционировали как единый механизм, так мы и функционируем. То есть жителям даже вообще вот в эти наши внутренние, это наши внутренние проблемы. То есть теруправление ГП Истры, это ни в коем случае их не должно не касаться, не волновать. И на работе это теруправление никак не сказывается. Ну, стало меньше свободного времени, которого так было в силу должности начальника отдела ЖКИ не так много. Теперь его стало еще меньше. Вот. Но как бы занимаемся, вникаем, много вопросов возникает, много идей. И как бы вот сотрудники подходят с предложениями, чем бы еще могло территориальное управление функционеров заниматься. То есть я считаю, что будет больше возможностей в составе городского округа, больше каких-то вот идей может быть реализовано. Ну, то есть, в принципе, тенденция, я считаю, положительна в целом. Естественно, это ответственности больше, чем раньше было у меня в должности одного как бы отдельного направления. То есть сейчас добавляются другие направления, надо с ними разбираться. Как бы желание разбираться есть, желание как бы вникать во все проблемы тоже есть. По мере поступления каких-то проблем, предложений тоже стараемся все решать. Но мужчины все равно у них, я так думаю, что в управлении их будут, то есть как помощь какую-то они, мужскую такую, мужское плечо, оно должно быть, все равно на кого-то надо опереться, то есть они все равно есть. Вот, ну тут вопрос, да, кого начальником назначили, ну 10, значит 10.